Легкий вопрос, Катит. Это очень легко. Даже не знаю, честно. Да я забыл, я знал, я был там. А вот. Как-то не паровоз, не паровоз. Мы когда бегали, он там кричал, я лучше бомбардир. Сейчас я вам скажу. Что-то подсказок-то нет, обещали подсказывать. Всем привет, я Антон Митрюшкин. Я Дмитрий Воробьев. Я Никита Салтыков. Сейчас я отвечу на вопросы о Локомотиве. Поехали. Основные цвета клуба Локомотив. Красно-зеленый. Это очень легко. Красный-зеленый. Ну, красный-зеленый, черный, наверное. Ну вот черный же на мне. На какой станции метро расположена РЖД-арена? Черкизово? Блин. Локомотив, наверное. Да? Локомотив тоже есть, а еще Черкизовская. А, Черкизовская, точно. Да я забыл, я знал, я был там. РЖД-арена на станции... Локомотив, да, она сейчас называется? Черкизовская. Сейчас новая станция. Локомотив вроде. Так, как еще называют игроков и болельщиков Локомотива? Паровозы. Легкий вопрос какие-то. Железнодорожники? Ну, уверен, что это паровозы. Какого цвета паровоз на эмблеме клуба Локомотив? Черный-красный? Нет? Так нету паровоза. Зеленый это паровоз. А, это паровоз? Как-то не паровоз, не паровоз. Ну, скорее всего, зеленого. Знал. А вот... Зеленого. Ты знал или посмотрел? Знал. Кто в Локомотиве играет под 6-м номером? Это мой друг и старый товарищ Дима Баринов. Познакомились и подружились с ним еще в далеком, наверное, 2012 году, я так думаю, да, может даже раньше, 11-м, в сборной, когда он только перешел в Локомотив и начал вызываться в юношескую сборную. Кто в Локомотиве играет под 6-м номером? Баринов. Да, кстати, да, я не знаю, как меня занесло в футболе, так что я попросил на одном из матчей с Димой Бариновым поменяться футболкой, и у меня она в коллекции есть. Дима, привет. Какой трофей Локомотив выиграл чаще других? Тут два варианта, наверное, или кубок, или чемпионат. Ну, чемпионат, думаю. Нет, кубок. Я думаю, кубок России. Я знаю ответ на этот вопрос. Это кубок России. Примерно 11 раз. Сколько раз Локомотив становился чемпионом России? Блин, ну, я не знаю, но буду гадать, штук 9. 2000-2002. Ну, возьмем 5. Ну, пусть будет 3. Лучший бомбардир Локомотива в прошлом сезоне. Тимур Сулейманов. Если я не ошибаюсь, то Тимур Сулейманов. Сулейманов. Мы когда бегали, он там кричал, я лучший бомбардир. Кому принадлежит рекорд по количеству голов за клуб? Дмитрий Лоськов? Ну, это легенда, да? Ну, Лоськов? Ну, где-то 120. Я думаю, это Дмитрий Вячеславович Лоськов. Я, по-моему, смотрел даже статистику. 130 или 120? 128. 128. Предыдущий капитан Локомотива до Баринова. Но это не с русским паспортом. Да, легионер. Легионер. Гверквелия какой-нибудь? Не знаю. Хорват. Да я не знаю, не следил. Чёрный. Ну, слышал о таком. Что-то подсказок-то нет, обещали подсказывать. Ведран Чорлупы. Ну, или Маринато Гелия. Какой вратарь является автором самой продолжительной сухой серии в истории клуба? Не знаю. Гилерми? А, я понял, кто. Руслан Нигматуллин? Нигматуллин, да? Руслан Нигматуллин. Да, это я знаю, потому что, когда Никита Медведев бил этот рекорд, в составе Ростова, да, тоже бывший игрок, да, Локомотива, то запомнилось мне то, что до этого Руслан Нигматуллин рекорд принадлежал. А сколько матчей знаешь? Ну, наверное, 10. Да. Нет, я помню, Медведев 11, а он 10. Да, это мне отложилось в голове хорошо, кстати. Стойте, подождите, я знаю. Сейчас я вам скажу. Сейчас, да, он, сейчас я вспомню.
Диджей. Диджеем будет. Блин, представьте, я и забыл. Нигматуллин. Какой чемпион Европы играл в составе Локомотива? Эдер. Но он забил в финале. Евро? Евро, да. А, так я знаю. Эдер, Португалия. Забил гол как раз он из-за штрафной Льориса. Да он же был? Да. Так, это француз? Нет, да. А, в финале он гол забил французам еще. Эдер, вот, да. За какую сборную выступал нынешний тренер Локомотива Олег Пашинин? Не знаю. Давай, скажи, заканчивается на стан. Блин, не знаю. Какой-то каждый вопрос. Олег Пашинин. Не Россия. Не Россия. Белоруссия. Ближняя. В Азии. Пашинин. Армения. Узбекистан. Узбекистан. Да. Так, ну, честно говоря, не знаю. Но пусть будет Беларусь. Таджикистан. Узбекистан. Ну, полбалла, может. Кто забил победный гол золотого матча, который принес первое чемпионство клубу? Ну, последний — это Эдер, да? Ну, я понял, последний — Эдер. А первое? Не знаю, ну, Васьков, наверное, нет? Тебе логика спасает. Да, меня только логика спасает. Это Дмитрий Вячеславович Лыськов. Так. Ну, он, у него большое имя? В смысле, что он легенда? Да. Легенда, да? Лыськов? Да. Дмитрий Лыськов. Нет, я почему думал, кто-то из нападающих, или Сычев, или, может, Пименов. Что-то такое было у меня в голове. Какой футболист всю свою карьеру провел только в Локомотиве и стал одним из рекордсменов по количеству матчей? Ну, Баринов. Близко еще нет. Здесь подсказывайте, скажу, 400 матчей провел. 400 матчей. Так, ну, не знаю. Так. Маминов? Владимир Маминов. Правильно? Дима Баринов. Барин? Да, нет. Барин? Это вратарь. Нет, да? Опорник. Это тяжелый вопрос. Ой, даже не знаю, честно. Уже закончил, да? Да, он в 1800 году закончил. Ну, я знаю, да, наверное. Кто меня воспитывал? Ну, мама, папа. Мамин, папин, маминов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Вперед, Локомотив!